Лана Прусакова в составе сборной страны завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу. Представительница Чувашии выступала в дисциплине «Биг Эйр». Ее коллега по команде Анастасия Таталина взяла золото. Обе спортсменки на чемпионате в США показали наилучшие результаты в карьере. Это первая в истории данной дисциплины двойная победа спортсменок из России. В мужских заездах еще один представитель Чувашии Дмитрий Мулинзеев не сумел пробиться в финал. Напомним, из-за проблем с визами россияне не смогли принять участие в соревнованиях по слоупстайлу. Команда нашей страны в этом году выступала под флагом Олимпийского комитета России. При этом впервые победила в неофициальном общекомандном зачете, повторив два рекорда, ранее принадлежавших США, по числу золотых медалей и по количеству выигранных наград.